Привет, друзья! Вот и закончились все праздники, пора приниматься за работу, а мозги никак не хотят работать. У меня, например, за эту неделю мозги так расслабились, потому что я занималась только собой и своей семьей. И вот теперь пора делать дела, а мозги работать не хотят. И сегодня я хочу поделиться с вами своей фишкой, как заставить работать мозги. Дело в том, что эту фишку я открыла для себя совершенно случайно. Я бы ни за что не догадалась, что именно такой способ существует для того, чтобы заставить свои мозги работать, если бы не... Так, ладно, обо всем по порядку. Итак, что мы делаем обычно, когда мы хотим заставить работать мозги? Мы напрягаемся. И, как правило, мы напрягаем голову. И внешне, визуально это выглядит примерно так. Ну вот как-то примерно так. Может быть, я утрирую, но во всяком случае, когда я напряженно о чем-то хочу подумать, и если я случайно брошу на себя взгляд в зеркало, то я вижу, что у меня очень сильно напрягается вот эта нижняя часть. И складки скорби очень отчетливо выражены, и смотреть на себя просто неприятно в такие моменты. Так вот, фишка заключается в том, что, казалось бы, на первый взгляд, совершенно очевидно, для того, чтобы заставить работать свои мозги, нужно напрячь голову, нужно напрячь мозги. А оказывается, совсем наоборот, нужно не напрячься, а расслабиться. И расслабить мозги, то есть привести их в свободное состояние, состояние, способное думать, соображать, мне помогает расслабление челюсти. Вот как это ни странно, но взаимосвязь здесь очень такая очевидная. Смотрите, что происходит. Когда мы хотим заставить себя работать головой, мозгами, мы напрягаемся, и в результате этого напряжения мы получаем спазмы во всех частях тела. Не только вот в этой, не только в этой, не только в этой, но даже и во всем теле, потому что у нас все мышцы связаны между собой. Нужно их расслабить. И вот мне для того, чтобы заставить свой мозг работать, помогает расслабление челюсти. Вот как это ни странно, но расслабленная челюсть способствует хорошей работе мозга. Вы спросите, что нужно делать конкретно с челюстью, чтобы мозг заработал. Вспомните, год назад я участвовала в марафоне по трансформации лица под руководством Лены Бахтиной, и там было упражнение на расслабление челюстного аппарата. Это упражнение выглядит довольно смешно, и называется оно «Фырканье лошади». Вот примерно вот так нужно делать. В этот момент, когда мы фыркаем, вот этот аппарат у нас расслабляется. И смотрите, что происходит. Расслабляется челюсть, расслабляются мышцы, которые связывают челюсть с верхними отделами черепа. Соответственно, расслабляются мышцы верхнего отдела черепа. Снимается спазм. А если снимается спазм, это значит, что улучшается кровообращение. Если улучшается кровообращение мозга, мозг начинает лучше работать. Кроме того, что мы фыркаем, есть еще самое простое упражнение на расслабление челюсти. Это просто ее отвисание. Ну, грубо говоря, вы сидите, сомкнув зубы, да? Вам нужно просто разомкнуть зубы и дать челюсти отвиснуть. Ну, примерно так. Выглядит, возможно, некрасиво и неэстетично, и тем не менее это способствует расслаблению челюсти, а соответственно улучшению работы мозга. Вот такая фишка, которую я с вами с удовольствием поделилась сегодня. И поделилась я ею с вами, похоже, очень кстати, потому что вот именно в данный момент, спустя ровно год с
тех пор, как я участвовала в марафоне по омоложению лица под руководством Елены Бахтиной, вот в данный момент этот курс возобновляет свою работу, и сейчас идет набор, очередной поток желающих попасть на курс омоложения лица к Елене Бахтиной. Немного более подробно об этом я смогу рассказать в самые ближайшие дни. Возможно, даже будет невозможно, а скорее всего будет прямой эфир с Еленой Бахтиной. Предлагаю вам обязательно в нем поучаствовать, позадавать свои вопросы. И график выхода моих видео остается прежним, как и в прошлом году, понедельник и четверг. Поэтому следите, пожалуйста, за выходами моих видео, за анонсами. И совсем скоро мы с вами увидимся, и, возможно, мы увидимся уже вместе с Еленой Бахтиной в прямом эфире. Поэтому надолго не прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До скорых встреч. Ваша Баяче.